Привет, так Да, я тоже сегодня видела, как BTS персона 작은 것들을 위한 CV쇼. У меня есть вместе BTS. У меня такое зеркало есть. BTS mask made here. Давайте тогда 작은 것들을 위한 C. Boys with love. Здесь очень интересно, потому что C это значит стихи. Но здесь написано boys with love. Мальчики с любовью. Интересно, посмотрим, что это прямо значит по-корейски. Обычно в корейском музыкальном клипе девушка и парень очень близко танцуются. Я вижу, что они не так близко танцевали. Она очень популярная, но вижу, что они не вместе танцуют. Не боялись, ARMY-фанаты, они будут завидовать. И здесь есть интересная штука. Если вы видите, здесь написано персона. Но если вы видели Spring, весна, там был Омилиас. Если вы видите маленькие двери, и все думают, что это Омилиас, когда показывали клип «Весна». Эта девочка сидит, и она продавает билеты. И это очень похоже на Fake Club Magic Shop. Конфетка, которую она держит, это мы думаем, что Джимин подарил ей, потому что у нее тоже самая конфетка. Хозяин Magic Shop в Fake Club, это может быть она. Красиво, да? Очень. 자, 모든 게 궁금해. How's your day? 모든 게. Это значит обо всем 궁금하다. Хочу знать. Интересно, 맞죠? Я обо всем интересуюсь. How's your day? Tell me. Ну, это скажи мне. Бога доль хэнгбокаге ханэнджи. Бога. Что? Доль. Разичэнни пазэш. Тебя. Хэнгбокаге ханэнджи. Хэнгбокада это быть счастливой. Ханэнджи. Делать. Что делает тебя счастливой? Не мори батэ дуго сипо. Не Моя боли голова. Бате. Бат это значит рядом головой. Вверх мы говорим обычно. Туго сипо. Туда это положить сипо. Хочу. Значит, каждая твоя фотография хочу положить сверху или рядом моей голова. Не 모든 걸 다 가르쳐줘. Это очень сексуальный текст, когда корейцы в фильме фильтруют очень часто, не часто говорим, но это очень сексуальное значение. Не, значит, твоя, 모든, все, 걸, штука. 가르치다, учить. Ты научи меня, пожалуйста, обо всем о тебе. BTS песни очень много английский язык, потому что у нее фанаты во всем мире, везде. И специально очень много смешали с английским языком. 나는 저 하늘을 날고 있어. 나는 я, 저, это, 하늘을, небо, 높이, высоко, 날다. Летаю. Сейчас я лечу высоко в небе. Это значит... По-корейски вы чувствуете свободу. А, я такая свободная, как будто я лечу в небе. Такой, значит, поэтому я думаю, что они говорят, я очень комфортно с тобой чувствую, поэтому я лечу высоко в небе. О, такой благодарности. 그때 네가 내게 줬던 두 날개로. Это очень теплые слова. 그때, в то время, вспоминаем. 네가, ты, 내게, мне. 줬던, уже дала. 두, два, две. 날개로, крыльями. Хочу высоко небе на тех крыльях, которые ты дала мне в то время. Очень сладкий, слишком сладкий. Иде уже йогин здесь дому слишком дупа высоко. Дан я де мои дуне глаза доль
집에 맞추고 싶어. 맞추다. Ровно делать. Сейчас здесь слишком высоко. Но я хочу уже с тобой ровно стать. 내 눈에 널 맞추고 싶어. Когда вы разговариваете с детьми, тогда надо смотреть ровно в их месте. Это уступление и уважение для человека. Он, они хотят спускать с неба, хотят уважать женщину. Вот такое значение. Здесь тоже очень много английский язык. 내 전부를 함께 하고 싶어. 드바야 전부를 все 함께 вместе 하고 싶어. Хочу делать. Тоже очень романтичное предложение. Я хочу быть с тобой во всем. Переводится так. Я хочу быть каждый тебя. Очень близко чувствую. Это Хесли поет. Иде. Сейчас, да, я 조금은, чуть-чуть, 알겠어, понимаю. Сейчас я могу чуть-чуть понимать. 널, 집야, 알게. А слова 알다 и 되다. Знать, 되다, быть. 이후, это после. После того, я узнала о тебе. 내, моя, 삶은, жизнь, 온통, полностью, 너, 뜨. 에타 когда парни пишут эмоциональные письма девушке. Это пишем, да. 사소한 게 사소하지 않게 만들어 버린 너라는 별. 사소한 게 это мелочь. 사소하지 않게. Ну, это стало не мелочь. 만들어 버린. Потому что ты сделала 너라는 별. Но ты звезда. Ты звезда? Маленький делает не маленький. Короче, у нее такая чудесная рука. Если она трогает, это станет какое-то небо. 자, 하나부터 열까지 모든 게 특별하지. 하나, 아진, 부터, 스, 아나바, 열, десять까지, 스, десять지. Это не прямо значит 스, 아나바, 두, десять지. Переводится как полностью. 모든 게, все, 특별하다, 특별하지. Особенная. Это очень трудно понимать по-корейски, когда они читают лепы, у нее есть собственное корейское произношение. Без текста нам трудно понимать. 너의 관심사, 걸음걸이, 말투와 사소한 작은 습관까지. 너의, 드바야, 관심사, 슈토트 인치레수의 걸음걸이, это походка. 말투, твой стиль разговора. 사소한, мы же уже учились, 작은, маленький, 습관들까지. 들 это множественное число, 습관, привычка, привычки까지, до привычки. Отличается от других девушек. Короче, такое значение. Та 말하지, 너무 작던 내가 영웅이 된 거라고. 다, все, 말하지, расскажу. 너무, слишком, 작던. Прошедшее время, 작다, маленький. Я был маленький. 내가, я, 영웅, герой, 되다. Стать, 된 거라고. Все говорят, что маленький я стал большой герой. 난 말하지, 운명 따윈 처음부터 내게 아니었다고. Вы знаете, это предложение очень часто используется в дураме. 난 말하지, я говорю, 운명 따윈. Ну что такое судьба? 처음부터, сначала, 내게, 마요. Они вот так вот не было. Я говорю, что судьба это сначала не была моя. Здесь не понимаю, почему вдруг сегея пьома. Подэхан чильсо. Потом no way. Интересно, почему они так говорили? Сегея это мир. Вся страна пьома тоже мир. Мир во всем мире. Кодэхан. Огромный чильсо порядок. Чуть-чуть понятно. 그저 널 지킬 거야, 나. 그저. Просто. 널 тебя 지킬 거야. Это такое упрямое. Я буду это делать. Я буду защищать тебя. Теперь понятно. Мир во всем мире. Огромный порядок. Неважно. Все равно я буду защищать тебя до конца. Тук кануку мараке. Это честно говоря, немножко похоже на слег. Тук. Это... Звук, когда вы положите, вы говорите все честно, вы как будто бросаете все внутри. Канута это окривать. Я окривенно все расскажу.
툭 까놓고 말할게. 윗도가가 말이 제 близкому человеку. 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어. Это очень опасное предложение, если с другой стороны это агрессия. 나도 모르게, даже я не заметил, но 힘이 still 들어가기도 했어. Я был слишком высоко мирнее. 높아버린 sky, 커져버린 hell, 때론 도망치게 해달라며 기도했어. 높아버린 sky, 커져버린 hell, 또 때론 도망치게 해달라며 기도했어. 높아버린, 우제 стал высоким, sky, небо, 커져버린, 우제 стал большой, hell. Дворец, 허론, иногда, 도망치다, избежать, 해달라고. Делайте меня избежать, 기도했어. Я молил. Иногда я молила, чтобы я мог избежать. 상처는 날 상처, 깨달았을 때, 나 다짐했던 걸. 오, but, 너의 상처는 나의 상처. 깨달았을 때, 나 다짐했던 걸. Это девяностом году? Такое предложение мы очень часто использовали. 너의 상처. Твой шрам?는 나의 상처. Это мой шрам. 깨달았을 때, когда я узнал, 나 다짐했던 걸. И я решил. 네가 준 이카루스의 날개로 태양이 아닌 너에게로. Вы знаете историю Икарус? Он же вышелетал, и у него крылья таялись от солнца. 네가 준, ты мне подарил Икарус의 날개로. Икарус крыльями, которые ты мне подарила, 태양이 아닌 не к солнцу, 너에게로, а к тебе. Я к тебе прилечу не к солнцу. Очень романтично. Ва, многие так танцевали вместе одновременно. Ничего себе, так они долго готовили и хорошо. Макияж тоже очень идет. Да, это корейский стиль макияж, который она делала. Ва, Таня тоже. О, он одевал, оделся это, Валентину. Футболка, дорогой, очень дорогой. Вау. В канте посмотрите, пожалуйста, очень медленно его движение. Вот, в середине. Видели, что у него руки двигаются? Это мы думаем, что он делал L-O-V-E. Это движение показывали, когда они снимали фото с Хелси. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. И еще в моем магазине идет заказ альбома. Не пропускайте. Там, аннём!